перед вами ворота вот слева и прямо будет. Ну и там под лестницей, пойми, вот где-то вот тут. Да. И там троид впереди, но за троидью ничего нет, так что туда не идите вообще пофиг. Вот по лестнице слышал? Это был так, не? Я не слышал. Тут есть что? А, идите вот прямо, но нет, туда вот прямо идите, только не сразу направо. Бежим! Нет, Сань, беги, Саня! Да, это тут, походу. Вот к вам разгоняйся, пожалуйста. Блядь, беги, сука! Братан, уходи! Серёг, у нас проблемы. Блять, я надеюсь, они видели это. Сань, ты должен это скинуть. Ох, блядь. Так, им прям там, Серёг, я бы тебе не советую. Но он глухой, если... А его, походу, а его случайно турель бы заебашил, этот пацана. Он стоит просто на месте вообще. Да, он дохлый. Вот, я сейчас какой-то, блядь, я просто нихуя не вижу. Блять, В0. Так, это я не турель выключил. Ты можешь как-то забрать лут? А, ну сейчас заебись. Алло, Серега. Крутой. У меня я весь забит, я сейчас отнесу. Вернусь. Ну, давай. У меня просто даже не показывают, что у тебя лут какой-то есть. А я не лут взял. А, ты сайком? Пацаны! Пацаны, я держу! Пацаны! Сейчас не закрывай двери, наши подвалят! Не наши это. Да наши универсамовские. Пацаны! Откуда? Универсам. При делах? При делах. Жрут, блядь, а он взял, стоит, улетел, нахуй.